Это мой рабочий стол, мои дорогие зрители. Вот тут это полотенце лежит, потому что это скрывает провода, потому что чьи-то зубы. И я сегодня была в магазине и купила очень жирную сидушку. Теперь Бася, когда будет со мной здесь находиться, будет, в общем, здесь будет все прятаться, там все провода, телефоны, и, в общем, будет. Вот так вот. Теперь будет вот такая здоровезная сидушка, сидущище. Если честно, мне даже, может, она там и лежать не будет, потому что, ну, у меня стола нету. Ты же не Бася здесь должен лежать, понимаете, мои дорогие зрители. Ну, в общем, я купила, да, вот такую сидушку. Она, правда, здесь собачья, но что делать? Бусь, ну как тебе? Бусь, нур? Бусь, тебе нур? Правда, Буся, твоя сидушка занимает, блин, полстола, я тебя серьезно. Что для ради... Вот этот бусюныш и не сделаешь. Буся, люби маму. Хорошо? Все. И для Келис место есть. Но Келис любит другое место. Короче говоря, мои дорогие зрители, вы видите, где Бася сидит, где сидушка. Убрала я ее со стола, потому что она там поскрипывала, короче, дотрагивалась до компьютера или, короче, до стенки. И как-то Басю напугала, Бася больше не приходил. Я переложила на его любимое место, и представьте, не срослось. Но Бася там никогда не сидел, потому что Басе там особо и неудобно. Потому что Бася не может там сесть в полный рост. Бася, Буся, Бусёныш. Демонстрация. Что, убрать там сидушку сверху или что? Ой, Буся, старалась, мать. Нашла. Иди, залазь на свой верх. Убрала эту сидушку. Ни туда, ни сюда она. Счастлив? Или нет? Ой. Мои дорогие зрители, что за наказание? Вот вам серьезно говорю, сижу на краешке. Бася, у твоей мамы попа огромная, ей нужен полный стул. Почему я должна щемиться здесь, Бась? Вот ты мне скажи. Почему я здесь должна щемиться? С тобой. Что, места в доме мало? Как вы помните, здесь Келис сидит, господи. Нет свободы слова. В этом доме все, где-то там кто-то сидит. Короче говоря, мои дорогие зрители, сидушку-то я убрала, потому что Бася на ней не сидит. Бася вот тут здесь вот сидит, понимаете? Теперь эта сидушка, я вам говорю, дома как вот это лишний бардак создает. Вот у зрителей как послушаю, сидушку, сидушки, а Келис сидушки нету. Искала, искала, нашла сидушку, которая была. Ну вот... Бась, ну что делать? Бась, давай зад свой, тули куда-нибудь в другое место. Ну, Бусь, ну серьезно. Бусь, ну неудобно матери. Все, мои дорогие зрители, мне кажется, очень даже круто получилось. В общем, убрала это полотенце, потому что вечно Бася туда с Келис пытаются лечь, а у меня здесь вот заряжаются наушники, да, чтобы они не поломали. Ну и прячу все такое, чтобы они не перегрызали мне тут. Вот так вот, все полотенчиками, господи. Ну и здесь тоже проводки, короче, телефоны заряжаю, чтобы меньше был доступ, да. Кто знает, тот у меня тут он поперегрызенный, вон постоянно провода, поняли? Там тоже еще у меня перегрызенные провода, ну не буду показывать, там 150 раз вы уже видео видели у меня уже, что мои грызуны делают, так что... Бусь, ну что скажешь? Одобрено? М? Бусь, тебе нравится, Бусёныш? Ты мне скажи. Тебе нравится? Бося. Бусь. Господи, ты оставь этот покой ноутбук. Уже так еле работает.
Ну как, Гусь? Что нет или что, Буся? Я разорюсь. Постоянно что-то подкупать. То не так, то это не так. Мужчина сонный, наверное, да? Мало соображающий. Бусь, ну как твоим лапкам? Мне очень приятно, Буся. Очень-очень-очень. Очень-очень-очень. А хвостики твои приятно? Не угодила, что ли, или что такое?